Бассейн в нашем распоряжении, мы тут сами. Отлично. Сюда просто никто не хочет ехать. А почему не хотят? Ну, очень далеко, для Украины нет преград. Отлично. Видим цель, не видим преград. Супер. Ксюша, скажи, как тебе погодные условия в Рио? Прекрасно, солнышко в глаза не слепит. Дождик капает, освежает тоже, как раз для открытого бассейна, то, что надо. Супер. Если всего неделю моей спортивной карьеры, то все прекрасно. Если бы чуть-чуть не было холодной воды, так вообще было бы все хорошо. Более голубая, не такая зеленая. Это же не выступательный бассейн, а вот выступательный. Это мы еще пока. Я искупаюсь. There's nothing you can keep out, but the power in your eyes. You wanna take the power. Очень холодно, очень. У нас пошел дождик. Лена, ты первый раз на Олимпиаде. Как тебе олимпийские объекты и деревня? Ну, скажу, сначала было непросто. Ну, вот вышло солнце, добавило хорошую атмосферу. На самом деле очень здорово, потому что очень много потрясающих спортсменов. Все на той же волне, что и ты. И даже просто встречаешь знаменитостей, своих друзей, таких же знаменитостей. Очень здорово, я рада, что здесь оказалась. Супер! Спасибо.